воскресенье в Самарской области ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя. Температура днем плюс 12, плюс 15 градусов, ночью 9-11 выше 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, но без осадков, днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов, ветер западный 6 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 14, ночью 10 градусов выше 0, ветер западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 11 градусов, ночью плюс 8, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.